Населенный пункт Коминтерново находится под постоянным огнем украинских батальонов. Военные корреспонденты пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики пообщались с бойцами Вооруженных сил ДНР и местными жителями. Далее в сюжете о военной обстановке на юге республики. Мы находимся в населенном пункте Коминтерново, который расположен прямо возле линии фронта. За последнее время вооруженные силы Украины существенно нарастили количество провокаций. Обстрелы ведутся как днем, так и ночью. Применяется не только стрелковое вооружение, но и минометы, крупнокалиберная артиллерия и танки. Обстрелы ведутся как по позициям подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, так и по жилым кварталам населенного пункта. Сейчас мы с вами находимся в поселке Коминтерново на южном направлении. Это одно из самых горячих участков сейчас фронта. За последнее время очень сильно ужесточились и участились обстрелы. Вот. По сравнению с летом это просто, наверное, процентов на 300. Сейчас за моей спиной Толоковка. Буквально вот позавчера оттуда был нанесен удар. Били САУ, перебили, как обычно, линию электропередачи, оставили село Коминтерново без света. Все время бьют минометы с направления Широкино-Лебединское, с направления Толоковки работает и 120-е, и работают 82-е минометы. Потом опять же, вот только что местные жители передали, вот таким вот эти умельцы закидывают это РПГ с накрученным переходником, накручивается 82-я мина и усеяны все огороды. Буквально минут 15 назад мы слышали, как работал танк, буквально выстрелов 5, это с района Водиного по окраине села. Вот вчера буквально весь день до 3 часов ночи, небольшой перерыв, и опять до утра работала артиллерия. Работала по всей линии фронта, практически от самого моря и вглубь. Наши бойцы героически держат оборону, так как нашему полку присвоено название «Гвардейский» буквально месяц назад. Теперь мы гвардейски, героически держим оборону на данном направлении. По поводу дороги, вот расскажите, что с дорогой случилось? Да, буквально вот дней так 5-7 назад была взорвана трасса, которая вела через Водяное на Мариуполь. То есть Коминтерново, Мариуполь. Мариупольская трасса была взорвана украинскими негодяями. Они подорвали трассу, теперь по ней невозможно проехать. Если раньше ездила БСЕ, то теперь трасса непригодна к проезду. Они стали делать там свои укрепления. Они видят, что мы не поддаемся на их провокации и продолжают. Если у них раньше было ползучее наступление, то теперь у них окопное наступление. Они копают окопы, и вот так вот с помощью окопов они приближаются вплотную к нашим позициям. Периодически фиксируем разведгруппы противника, выходят. Но, как правило, когда у нас начинается уже ответный огонь, только из стрелкового вооружения, мы придерживаемся минских договоренностей, как обычно. Вот. Из стрелкового вооружения даем отпор ДРГ противника. Мирные жители, очень часто пожары, вот чем можем, помогаем. Ну, сами понимаете, это сделать тяжеловато, когда в условиях артиллерийского обстрела, прорыва, но тем не менее, чем можем, помогаем. Наш фельдшер, к примеру, постоянно занимается с ранеными и местными, и гражданскими, с ранеными, больными. Ну, как-то вот перебиваемся, помогаем друг другу, вот готовимся к осени. Вот сейчас, слава богу, вот пока тепло, есть возможность. Мы все время, то есть бойцы не сидят, все время фортифицируемся, укрепляем позиции, утепляемся, готовимся к зиме. А как вообще, каждый день стреляют? Ну, вот вчера целый день, и целую ночь, я до 3 часов ночи не спала. И сегодня с утра начали, только вот там. Пока по селу сегодня ничего не было. Не знаю, может, туда дальше. Но тут пока... А так и по селу каждый день стреляют, получается? Ну, можно сказать, что да. Тут повылетало, да, все? Ну, там дырка была. Это я попросила, наняла, мне заложили ребята. Все поразбивали. Кто его будет восстанавливать? И за что? Спрашивается нас вот этот долбят. Мы ни в чем не провинились. Ни в чем. А уезжать некуда, да? А куда? Ты что, я должна со своей... Если я уеду со своей хаты, я приеду, и кирпича не останется. Где я буду жить? Так что, оружия мало. Прямо в данный момент ВСУ ведут огонь из стрелкового вооружения по нашим позициям. Судя по всему, применяются крупнокалиберные пулеметы.
и легкое стрелковое вооружение. Несмотря на это, военнослужащие вооруженных сил Донецкой Народной Республики стойко удерживают свои позиции, ведут наблюдения и в любой момент готовы дать отпор врагу.